Настя, поняла, да, свою роль? Так что давайте, диалог поддерживайте все последние. Иудаизм. Не иудаизм. Так, так что, ты же наш народ... Не сразу говорят, что наш народ расселен по всей земле израильской. Угу. Поддержи там. Приняла веру католическую, и тебе не следует. Ты католик. Ну, вроде бы все. Так давайте, беседу поддерживайте, как по-натуральному. По-натуральному. Посол, я с тобой буду советоваться. Хорошо. Ну, как-то так. Я не помню, что там еще было. А, ты будешь говорить то, что там про славу веры хороша, потому что связь... Ну, раз вы такие, как кочевники, моя страна должна быть крепкая, державная. И не должна расселена маленькими кучками по большому Израилю. Я не хочу принимать твою веру. Ну все же, дружинник мой родной, остается нам только вера православная. Действительно, остается только она. Но почему? Что еще понравилось князю Владимиру, кроме обрядовой части? А, так же. Только с Византией. Можно быть в хороших отношениях. Византия хорошая, большая, крепкая страна. Она процветает. Остается только православная вера. Отлично. Ну, и отдашь им. Отдашь потом сразу. И отдай. И дальше пошли. Или сейчас только мы. Все. Спасибо. Пошли, пошли. Следующая команда. Так, ребят, давайте сейчас я наши огрызки выкину. А тебе даже стыдно за почерк. Задача ясна? Да, сколько времени? Время на подготовку у вас будет 10 минут. Бумага, ручки. Им там не... Ну, сказали, там красивые там эти вот храмы, вот эти вот всякие. Много жен можно иметь. А когда пришли они в православную церковь, то они увидели... Да, что там... И все. Что там такое ощущение, будто они оказались на небесах. И пришли они к князю Владимиру и рассказали все ему. Не только из-за храма, если ты не знаешь. Да, и... Пришел князь Владимир, приехал князь Владимир в Константинополь, и он долго сомневался, ему сказали, что недаром твоя бабка Ольга приняла православную веру, хотя она и была мудрейшая из людей, вот, и он крестился. Только из-за того, что там храмы красивые? Нет. Владимир им сказал. Ничего, у вас пить нельзя, почему? Есть да, нельзя. Да. Приехали католики, что они ему сказали? Не знаю.